ремонте вот такой лобзик Фиолент PMZ 600E. Значит, пришел с телепающимся телепается направляющая. Разбираем. Были заказаны крепеж, хомуты для PMZ 600, вот такого вида они. Так выглядит один под круглый, другой под прямоугольный направляющий. Это комплект с пружинкой. Открываем, меняем. Вот в таком состоянии находится хомуты, которые ставятся. Вот передний, задний еще целый. Буду теперь уже менять обои под замену. Сейчас поменяю, посмотрим, что получилось. Ну, получилось вот так. Поменял, пружинку поставил. В принципе, все в хорошем состоянии. Движение нормальное. Устанавливаю крепление теперь. Видимо, из-за этого крепления, собственно, все и произошло. И все. Устанавливаю крышку, можно отдавать клиенту.